Всем привет! Меня зовут Лилия Бойко, и я с радостью сообщаю, что уже в эту субботу, 9 декабря, в 11 утра я вас жду в Pesto Cafe на Днепровской набережной 33, это метро Ясакарки, второй этаж. И вас ждет много приятных эмоций, вкусные угощения. Да, там есть детская комната, аж две, так что берите с собой детей. И я очень-очень жду с нетерпением этого дня уже и очень хочу, чтобы как можно большее количество людей смогли все-таки прийти. Я понимаю, что, возможно, не всем выходной удобен, возможно, кто-то предпочитает будние дни, но всем не угодишь, так что я подумала, что такое время это идеальное для выходного в первой половине дня в субботу. Ну и к тому же, опять же, есть детская комната, так что чтобы в этом плане проблем не должно быть. Там большая парковка, это торговый центр прямо на метро, так что кто будет добираться общественным транспортом, тоже удобно. И я понимала, что тянуть дальше, чем ближе к Новому году, тем больше у людей планов, так что решила уже все. Быть или не быть, 9 декабря – это конечная дата, когда мы можем с вами встретиться. Так что я очень-очень жду, я три года я веду канал, и все это время мне очень хотелось познакомиться вживую со своими подписчиками, так что я прям в предвкушении, надеюсь, вы тоже. Очень жду, вся информация будет внизу в инфобоксе, так что запишите себе уже в свой ежедневничек или куда угодно, что вы со мной встречаетесь уже в субботу. Все, всем пока, до скорой встречи, всех целую, всех жду, пока-пока!